Не просто так ми сьогодні згадуємо фразу, як і щодня упродовж 10 років, вже пішов 11, що Кримом все почалося, Кримом все і закінчиться. Сьогодні від 2022 року офіційно 26 лютого є днем супротиву окупації Криму. Сьогодні президент України Володимир Зеленський згадує Крим і говорить про те, що ми продовжимо нашу боротьбу і неодмінно звільнимо наш Крим, бо Крим – це і є Україна, і дякує всім нашим партизанам. Ми теж дякуємо. Крим лунає і від очільників наших спецслужб, від Кирила Буданова, від Василя Малюка, обіцяють вони сюрпризи окупантам. Чи зараз, оглядаючись на 10 років тому, коли Путін незаконно анексував нашу територію, світ промовчав, він пішов далі, чи розуміє і Путін, і світ, що зі сторони Путіна це було найбільшою для нього фатальною помилкою, яка зрештою призведе його до політичної і реальної могили? І чи світ, пане Михайле, усвідомлює, що зупиняти треба було тоді, вже тоді його? Ну, нет, конечно. А кто мог тогда догадаться, что надо что-то делать? И Украина же не оказала сопротивления. Это же было самое главное, эта проблема, если честно. Потому что тогда даже кто-то из американских таких поставленных деятелей, сейчас не вспомню, кто это был, но написал в своем отчете, что ну а почему мы должны были вмешиваться, если Украина не произвела ни одного выстрела, чтобы остановить российскую армию, которая заходила в Крым. Но это, к сожалению, правда. Правда не произвела ни одного выстрела. Поэтому это и не выглядело в результате как война. Типа, ну что-то там походили туда-сюда какие-то люди. Вот если бы началась стрельба, то уже началась бы другая жизнь. Как, кстати, опять-таки, из каких-то недр страны-оккупанта, там тоже какие-то разведданные, я не знаю, сколько они надежны, что, дескать, у них там был указ, что если начнет Украина стрелять, то надо отступать, а не продолжать войну. Тоже такое было. Ну, мы не знаем. Вот, поэтому то, что надо было делать тогда, это все, знаете, вот каждый раз, это такие в пользу бедных, как говорится, разговоры. Мало ли что, когда тогда надо делать было кому. Ну, надо было Украине сопротивляться? Ну, наверное, надо было. Но мы это можем как-то на это изменить? Или кто был неправ сказать, кто тут в чем-то виноват? Да это все становится неважным совершенно. Мне кажется, дальше другое важно. Вот что дальше было? Дальше в течение 8 лет все более и более безнадежно выглядела ситуация с Крымом. То есть, да, мы повторяли, безусловно, свою мантру, что Крым – это Украина. Но я сам видел, как, ну, наверное, у нас просто нет опросов того времени, что очень значительная часть жителей Украины не верила в возвращение Крыма. Это вот было точно правдой. Потому что опросов-то у меня нет, но на фокус-группах я сам присутствовал и сам слышал от людей во многих городах, прямо на фокус-группах, что когда их спрашивали, а как вернуть Крым, и люди говорили, наши украинские люди на чисто украинском языке говорили, не, ну Крым не получится вернуть. Путин же сказал, что вопрос закрыт. И вот война, которая полномасштабная, которая началась 2 года назад, она заново открыла этот вопрос. Поэтому сейчас ситуация совершенно другая. Потому что вопрос-то открылся для всех. Ну, потому что раз ты начал войну, мы сейчас про Путина говорим, да, ты. Раз ты начал войну, то тогда будем пересматривать все. Что там до этого, говорил, становится неважным. Что, какого числа ты захватил, уже никто тебя считать не будет. Помните, в начале войны шли разговоры, давайте вернемся к линии 24 февраля, да, к линии 24 февраля. А сегодня ее не существует. Кто сегодня вспомнит вообще, где проходила эта линия? Вот тут, или так. Поэтому сегодня все, как бы сегодня у всех оккупированных территорий в этом смысле одинаковый статус. Они все оккупированы, и все надо возвращать обратно. Вот, поэтому я думаю, что если бы Путин остановился на Крыме, вернуть его нам было бы 100 раз сложнее, чем сейчас. Вот что я вам скажу насчет ошибок, если говорить об ошибках. Угу. А Путин зараз усвідомлює, що повернення нами Криму вже не за горами? Ну, нам Крым вернется-то вместе со всем остальным почти что, я так думаю. То есть здесь нет какого-то отдельного, вот Крым тогда, а это всегда. Это плюс-минус все будет в рамках одного, назовем так, мероприятие. Почему я говорю слово «мероприятие»? Потому что я не знаю, это будет в рамках одного наступления, в рамках одних переговоров уже с, естественно, с какими-то другими людьми, не с Путиным. С Путиным не будет переговоров, просто я вообще в них не верю, в принципе, в существование каких-то разговоров с Путиным о том, что тут где и где какие-то войска находятся. Это нереально уже становится. Чем дальше, тем больше нереально становится. Поэтому Крым вернется вместе, как бы я его сейчас выделять бы во что-то отдельное уже не стал бы. Все вернется плюс-минус, ну там, окей, может быть, с разницей в месяц-два, но одновременно. А вот скоро, не скоро, ну вот тогда же, когда закончится война, тогда все и вернется. Но это может быть долго, особенно с учетом того, что у этой войны могут быть перерывы. Вот я не верю в мир без возврата территорий, но в перерывы в войне я верю, потому что есть прецедент совсем недавний, это Армения-Азербайджан,
которые воевали. Вот Азербайджан восстанавливал свою территориальную целостность, он восстанавливал ее с перерывами. У них с 20 до 23 года был перерыв. Когда они воевали 44 дня, вернули часть территории, значительную часть прям вернули, а добивали уже все в 23-м году. И за один день добили, и все окончательно вернули, и Армения сдалась. Вот такой сценарий тоже может быть. Поэтому когда, я понятия не имею. Все, теперь уже сроки, знаете. Все мы научены горьким опытом наших проектов двумя-тремя неделями, девятью месяцами, там, скольки угодно. У нас уже, по-моему, сроков не существует. Война, мы знаем, до какого будет идти. Она будет идти до конца. Так скажу. Вот это единственное, що про нього можна сказати. Так, і президент України в рамках своєї великої прес-конференції більше 2 години, година 56, в рамках форуму «Україна рік 2024», приуроченому до другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яке триває, як ми всі добре знаємо, 11-й рік уже поспіль, теж сказав, що ні про які переговори і йтися не може. Також згадав, як Путін, як він говорив з Путіним ще до початку повномасштабної війни в 19-му році, що тональність там була різна, і віжартувався, що якби то йому вночі не може подзвонити, тому що в того нема мобільного, а Зеленський не користується телеграфами 1917 року. Але без жартів, а за яких, ми не можемо знати коли, але, пане Михайле, можемо припустити, за яких умов можуть бути ось ці розмови про якісь паузи у війни. Це може бути пов'язано, очевидно, із гальмуванням надання нам зброї, і від важкого озброєння, і далекобійної зброї, зокрема. Чи може це залежати, відповідно, від ситуації на українському фронті? Да, к сожалению, да, потому что пауза в войне, когда возникает? Вот люди говорят, а давайте устроим прекращение огня, да? Вчера, кстати, Зеленский упоминал, что вот Путин там предлагал в какой-то момент прекращение огня и так далее. Когда на фронте случается прекращение огня? Тогда, когда у одной из сторон есть неразрешимые проблемы, неразрешимые. Почему? Вот Армения и Азербайджан. Опять, слушайте, давай вот все начинают вспоминать эту Великую Отечественную войну, там, Вторую мировую. Это все было давно неправда и не так, как у нас. Давайте вспоминать войну, которая наиближайшая, ближайшая к нам по времени и закончившаяся конкретным результатом. Армения-Азербайджан. 2020 год. 44 дня шла война, значит, когда Азербайджан освобождал свои территории. И вдруг перемирие. Они могли, а могла она длиться 444 дня? В теории могла. Но почему получилось перемирие? Потому что у Армении не было возможности, фронты были прорваны. У Армении не было возможности сдерживать натиск после того, как Азербайджан взял город Шушу, ключевой город, да, небольшой ключевой город, но контролирующий всю территорию, то есть самую верхнюю точку, то у Армении не было инструментов сдерживать. Хотя территориально, чтобы вы понимали, то есть писать на карту, Азербайджан в процессе войны освободил, ну, может быть, от силы, ну, 5% территории оккупированной Армении, понимаете, 5%. Ну, максимум 10%, хотя вряд ли даже 10%. И вдруг подписывается соглашение о прекращении огня, где Армения отступает с 80% оккупированных территорий. То есть 10% Азербайджан освободил военным путем, а еще 70% Армения отдала просто так. Почему? Потому что вдруг Армения захотела? Нет, у нее не было инструментов защищаться. Ну, не было. Но почему Азербайджан тогда не додавил? Казалось бы, у Армении нет инструментов защищаться. А у Азербайджана тоже не было особо инструментов прямо сейчас. Это же надо было подтянуть резервы, накопить силы, производить новых беспилотников. То есть Азербайджан понимал, да, сейчас я могу прорвать фронт, но чтобы все это захватить, мне понадобится год, и я потеряю на этом, не знаю, 100 тысяч человек. Ну вот так вот, да. Поэтому из-за того, что Армения не могла защищаться, Азербайджан не мог атаковать, то есть обе стороны оказались в таком тупике, и было заключено это прекращение огня в пользу Азербайджана. Как бы была признана победа Азербайджана в войне, ну, так сместилось. Дальше. Однодневная война Армения-Азербайджан 2023 года. Вот совсем недавно была. Один день. Азербайджан начал наступать, и за один день прорвал фронт. И армяне сказали себе, ну все, ну что, фронт уже прорван, сейчас армянские войска, азербайджанские войска зайдут в Ханкенди, это все будет плохо и так далее, и Армения капитулировала. Вот, то есть любое прекращение огня наступает, когда у одной из сторон есть неразрешимая проблема. Сейчас у нас нет неразрешимой проблемы, и у русских нет неразрешимой проблемы. Но нужно, чтобы у одной из сторон, как бы, ну не дай бог у нас, да, такое наступило. И тогда
Люди как бы договариваются о чем-то. Такое тактически, тактически такие вещи возможны, такое случается. Да вон вспомни, чем заканчивались арабо-израильские войны. Мирный договор подписывался спустя там много лет после войны. Но в моменте, когда у одной из сторон не хватало инструментов, например, для обороны. Вот не дай бог, нам будут мало давать или не будут давать американцы оружие. И такой нехороший момент для нас может наступить, как когда-то наступил в 2015 году, из-за чего были подписаны Минские. Ну, там, в 2014-2015, сейчас неважно. Не будем рыться, какой из Минсков. Это что же было от безвыходности нашей? Куда нам было, типа, деваться? Ну, вот, у нас не было инструментов остановить российскую армию при полномасштабной войне в тот момент. И ведь не врет сейчас Путин, когда говорит, что мы тянули время, чтобы построить армию. Оттянули и построили, все так. Все ведь так и получилось. Вот, вот в таких неприятных ситуациях возникают эти перерывы в войне. Не от хорошей жизни. Никто никогда не говорит посреди боя, типа, а давайте-ка, пожалуй, сделаем-ка это. Ну, а что нам, собственно, не прекратить огонь? Это фантазии. Це очевидно. Як і очевидно, що зовсім не фантазії те, які за ці роки Путін та накопичив, як ви, пане Михайле, влучно зауважуєте свою армію і зміцнював її, щоб піти. Та ви не пам'ятаєте своєму цю Зарубелю, як ви називаєте Зарубіна, з пропагандисту пояснював, що він не почав раніше війну повномасштабну, бо він і накопичував резерви і ресурси. Очевидно, що і зараз будь-яка пауза, будь-яке припинення Путіну потрібно лише для однієї мети, аби все це і поновлювати. Хоча живу сили вони постійно підпоновлюють і так само, що вони 24/7 все виготовляють. Тому ця пауза потрібна буде лише для переозброєння. Чи вдасться нам встояти, втриматися, зокрема, і за допомогою наших західних союзників? Вже зараз я про Сполучені Штати Америки, бо бачимо, що Європа так дещо прокидається, як і Борель закликає їх прокинутися, Макрон збирає в себе лідерів сьогодні країн, аби пришвидшити нам теж допомогу. Але Сполучені Штати все-таки ніяк. Через два дні вийдуть з канікул, збирає Байден у себе представників і лідерів, як демократів, так і республіканців, з Палати представників з Конгресу, спікера Палати представників Джонсона теж запросив. Ну от чи тут буде усвідомлення, тому що Зеленський каже в коментарі CNN, я так розумію, і в рамках ось цього форуму, що Трамп не розуміє загроз війни від Путіна, тому що він ніколи з ним не воював, і американська армія не воювала з Путіним, а ми розуміємо, а Трамп не розуміє, а Трамп впливає, ми розуміємо, на Джонсона, ми з вами теж про це говорили. Що тут чекати, тому що канікули завершуються, допомоги так і немає, чи буде швидше? Во-первых, все знают. Вот прям все знают. Нет таких наивных людей среди верхушки Америки или Европы, кто что-то не знает через два года после начала полномасштабной войны. Очень. Можно было сказать, что раньше, пока война не была такой полномасштабной, они могли это все, там сказать, факультативно, в свободное время этим заниматься. Сейчас это не так. Это в центре внимания всего мира и уж точно всего цивилизованного западного мира. Поэтому все знают все. Кроме того, сегодня, прямо вот сегодня, все средства массовой информации, в общем, делают много на Западе, чтобы все, кто не знал, узнали. А если, не дай бог, кто-нибудь там мог сказать, ой, я не подумал. Нет, ты подумал, ты теперь точно знаешь. Ну, например, сегодня Bloomberg выходит с большим материалом на тему краха российской экономики. То есть, ведь как, какой один из разговоров в чем состоит? Не, ну как, ну Россию победить не получится, а что с ней сделаешь? Вон какая она большая. Это неправда. Это неправда. Путин действительно готовился к войне, действительно копил. Копил резервы, копил оружие, много чего копил. Этого больше нет. Ну, в смысле, у них больше нет ничего. Их резервы, те, которые были... Да, он, кстати, Путин привел Россию к тому, что у него там долг государственный был там буквально какие-то несколько процентов от ВВП. То есть, все, ничего не было. Ну, не было никаких проблем, все было у них хорошо с экономикой. Но сейчас все это вообще не так, абсолютно не так. У них кончились все эти запасы, потому что часть арестована, часть они протратили уже за эти два года. У них сегодня военные расходы – это половина от всего бюджета России, половина. При этом, там же есть хитрый трюк, в следующем, во-первых, доходная часть вот нынешнего бюджета России заложена на 30% больше, чем в прошлом году. То есть, как бы, откуда-то должно взяться еще 30% разного бизнеса, заплатить налоги, что, конечно, ерунда, этого тоже не будет. То есть она невыполнима без там, обвала рубля и так далее. А в следующем году вообще заложено уменьшение бюджета. То есть это у них как бы последний год, когда они смогли сконцентрироваться на войне. Если этот год продержаться, все, у них все заканчивается в этом смысле. Еще раз, у них понятно, что не последняя ракета и не последний танк. Но у них тенденция к тому, что все, у них будет только уменьшение производства военного, ухудшение вообще всего и всех показателей. Черт, не показатель уже, а реальной жизни. Поэтому надо держаться, чтобы разрушить. Да, российская экономика слабая по сравнению с западной. Это мы на 100% знаем. Вот прямо на 100%.
Мы-то в Украине можем жить за счет помощи Европы, в смысле, имеется в виду финансовой помощи, Японии, Австралии. А они там не могут, у них этого нет. Им Эритрея не поможет финансово, не предоставит им, значит, никакой пакет финансовой помощи или Никарагуа. Бананы, и Беларусь тоже не поможет. Поэтому у них этого всего нет. Вот это то, ради чего мы, собственно, ради чего война должна продолжаться дальше. То есть на фронте, даже если мы стоим на месте, мы идем вперед. Вы знаете, как в «Алисе в стране чудес»? Чтобы двигаться, чтобы стоять на месте, ты должен очень быстро бежать вперед, говорят. Так вот, это про россиян, это не про нас сейчас. Это они, чтобы стоять на месте, должны бежать вперед. То есть, чтобы удержать Россию от падения, они обязаны наступать. А нам достаточно просто их сдерживать на месте. Если мы стоим на месте, все, они рушатся тем временем. Они обламываются, рушатся, уменьшаются и умирают. Вот в чем как бы секрет этой войны. Нам не обязательно наступать физически вообще. Не надо думать, что нам прям вот это контрнаступление любой ценой. Вообще нет. Каждый день войны мы ее выигрываем. Каждый день, что мы простояли на одном и том же месте, мы выигрываем, они проигрывают. Вот это прям такая математика этой войны, и все это знают. И кроме того, что Bloomberg сегодня подробно все то, что я сейчас рассказываю, анализ он из Bloomberg, ну, в общем, его, по сути, можно было собрать и из разных других изданий, но по кусочкам, а эти ребята собрали во всех деталях. Ну, там, например, да, вот есть фонд национального благосостояния в России, в котором там, что-то $300 миллиардов, что-то такое. По-моему, ну, примерно, я там точно не помню. Но есть тоже интересный факт с этими 300 миллиардами долларов. Раньше это были деньги. А за эти два года из денег это превратилось в долги. То есть у них, во-первых, не 300 миллиардов теперь, а в два раза меньше. Во-вторых, это не денег, а долга перед этим фондом. А чьего долга? А российских банков. Они затыкали этими деньгами дыры в своих собственных компаниях и банках. Поэтому этих денег просто нет. Это все полная сразу иллюзия, как бы, да, которых у них не существует. «Газпром». Знаете, сколько стоит «Газпром»? Я недавно посмотрел, вчера буквально, мне стало интересно. Я посмотрел, что «Газпром» стоит $39 миллиардов. Весь. Мы когда-то покупали газ у россиян, да, у «Газпрома», если вы помните. Мы там в год покупали почти настолько этого газа, сколько он весь сегодня стоит. Весь вообще, со всеми своими там футбольными клубами и всей остальной ерундой. $39 миллиардов. Для сравнения, чтобы понять масштаб экономик. «Газпром» они называют у себя в России, это национальное достояние, это типа главная компания у нас «Газпром», да, основа экономики. Вот давайте сравним с Америкой. В Америке есть такая компания, про которую, я думаю, что еще 90% зрителей даже не слышали. Называется NVIDIA. Вот NVIDIA делает только микросхемы, чипы для в основном компьютерной графики и игр. И все. Вот эта компания в пятницу, 24 числа, в день годовщины нашей войны, американская компания из Сан-Франциско, подорожала на $240 миллиардов. Оху. За один день. Не стало столько стоить? Нет, не до 240 миллиардов. А это разница между тем, сколько она стоила в четверг и сколько она стала стоить в пятницу. То есть она подорожала на 6 «Газпромов» за сутки. Это чтобы для сравнения, вот понимаете, да? Понимаю. А NVIDIA не самая большая компания в Америке, а в Америке она третья по размеру. После Microsoft и Apple. Вот. Делает чипы, газа у них нет. Это просто по сравнению масштабов. То есть они, если они просто отдадут нам однодневное подорожание одной из своих компаний, нам хватит, чтобы воевать 3-4-5 лет. Та, було б непогано. Та там той «Газпром», я часом, пане Михайле, спілкуюся з Ігорем Володимировичем Ліпсіцем, це російський опозиційний економіст, доктор економічних наук, професор, то він каже, що «Газпром» – це вже такий банкрут, що його вже нічого насправді не врятує, що теж прикметно демонструє, куди зараз все йде. Ось ці якраз ті стовпи, це ж Путін так тримався, «Газпром», «Нафта», «Роснефть», от це от все. А тепер нафту ми своїми влучними ударами по нафтопереробних заводах та об'єктах, як звітував очільник СБУ Василь Малюк, на 30% вже вдалося скоротити від ось цих нафтопереробних об'єктів, по яких влучили українські дрони, доходи до російського бюджету. І ця галузь у них так теж видається, що плаче просто і бідує. «Газпром», он коштує просто копійки на фоні того, що міг би. А що ж тут будуть робити? Ви праві, ніхто їм нічого не дасть, країн прекрасних африканського континенту. Ну, хіба що Еквадор бананами розрахуються. І зарплату будуть теж в бананах отримувати. Ось це життя великої імперії.
Да, да, но знаете, это пока это все как бы юмор, хорошо, мы над ними стебемся и правильно делаем, мы имеем полное право. Но нужно для этого сдержаться, потому что вот тут, собственно, я не дошел до второй части вашего вопроса, она ключевая, конечно же, если по-серьезному-то говорить. Нам нужно, чтобы Америка нам выдала это оружие. Без него мы не сможем сдерживать наступление россиян. Не сможем, это факт. И правильно говорит про это Зеленский. Кстати, сегодня, вы знаете, CNN. Вот я смотрел сегодня CNN, он просто весь день посвящен. Вот такое ощущение, что в этом мире осталось две страны, Украина и Россия. Реально. С Украины просто репортажи идут через один. Уже давно такого не было, давным-давно. Да, а вы дивитесь завжди американское телебачення, так? Да, и давным-давно не было вот такого, чтобы просто столько процентов экранного времени у нас. Причем показывают буквально все. Показывали во всех подробностях, например, сегодняшний ночной обстрел Сумщины, где вот мертвых людей выносят из разрушенного дома. Это все показывают, написано, регион Сумы, вот такие-то дела. Дальше показывается карта, где вот этот Ласточкино там и так далее. И военный эксперт разбирает, как там ведет наступление Россия под Авдеевкой. Во всех подробностях и много раз. И политические аспекты, то есть вот это голосование. И вот эта встреча Байдена. Просто со всех сторон все обсуждается. Сегодня ночью проанонсировано большое интервью Владимира Зеленского на CNN еще будет. Ну, видимо, оно уже записано, по-моему, в 2 часа ночи, что ли, по-американски, не помню точно, по нашему времени, в смысле, в Америке. В 9 вечера, только не помню, по какому поясу из американских поясов, значит, это будет. Вот. Это все почему? Почему все завалено буквально этим? Почему Newsweek вдруг пишет в пятницу статью о том, что Майкл Джонсон, вот этот самый председатель палаты представителей Конгресса, стал этим председателем палаты представителей Конгресса благодаря пожертвованиям со стороны владельца Тульского патронного завода. Завод, это российские денежки. Джонсон, российский агент, чи ні? Питання там такие. Да, денежки. Но ведь смотрите, это же не новость. То есть это было. Это знали давно, про это уже речь шла давно. А почему же тогда Newsweek вдруг это публикует? А потому что ему как бы сообщают, вот этот самый Deep State, назовем так осторожно, ну на самом деле, конечно, не Deep State, но такое некое общественное мнение сообщает Майклу Джонсону. Ты один решил против всех, но это же называется реально, ты один плюс Трамп, понятно, плюс там еще кто-то решил против всех. Это похоже на то, как справлялись с Орбаном. Ну вот Орбан юридически мог забанить помощь Украине на 50 миллиардов евро. Мог. Все для этого робив, відтерміновував на 2 месяца, так? Да, и что сделали? Началась атака на Венгрию, настоящая. То есть, как бы Венгрии сообщили, что, смотрите, а вот с вами будет раз, два, три, четыре. А прямо утром, в тот день, когда было 1 февраля этот самый саммит в Брюсселе, утром начал падать венгерский форинт, потому что против него начали играть всерьез. И у Орбана не оставалось буквально выхода. Вот сейчас против Майкла Джонсона ведется такая же кампания, чтобы все, что от него требуют, это поставь на голосование. Потому что опять на том же CNN. Тут я не знаю, я не могу, у меня же нет своих данных. Я сейчас сошлюсь на американские СМИ. И, кстати, и все Белый дом про это говорит. Большинство в Конгрессе есть. То есть за этот законопроект о выделении нам финансовой помощи большинство есть. Вопрос только о постановке на голосование. И фактически это некий саботаж, да, когда человек не ставит на голосование вопрос, который проголосован 70 сенаторами. 70 сенаторов проголосовали за этот законопроект. Вот. Поэтому давление сейчас огромное на это. И сможет ли он вместе с Трампом... И, кстати, захочет ли Трамп продолжать это давление? Ведь это же тоже не шутки. Дело в чем? Трамп, вот он же увидит, что у него рейтинг-то упал. За последний месяц рейтинг Трампа упал на... Ну, на сколько там процентов, не скажу. Но разница между ним и Байденом упала на 3%. То есть осталось 3%. От январского разрыва к февралю осталось 3%. Вот. А было 6, осталось 3. И Трамп уже как бы дает заднюю постепенно в вопросе, чтобы он не выглядел человеком, которого поддерживает Россия. И он уже так про вот как бы поручили Путину сказать, что он поддерживает Байдена, и Трамп это педалирует, он постоянно к этому возвращается. Но сегодня ночью опять возвращался к этой теме, что, мол, смотрите, Путин поддерживает Байдена. Вот, поэтому давление очень большое. И вот, но сейчас это действительно же как бы для нас... Это вопрос, ну, как бы, как сказать, жизни и смерти, потому что сегодня во время всех вот этих новостей, которые шли по CNN, бегущей строкой была фраза Зеленского, что в случае, если Америка не откажется нам помогать, погибнут миллионы людей. Это сказал Зеленский. И это он сказал на всю Америку. Ну, видимо, это цитата из его будущего интервью, я уж не знаю, откуда эта цитата, потому что вчера он, по-моему, этого не говорил. Вчера он говорил, что
мы проживем без американской помощи, но не все. Вот цитата про миллионы, она звучала там. И мы это понимаем, почему? Потому что россияне прямо заявили, если мы все, что мы захватим от Украины, мы убьем каждого украинца. Это российское руководство, официальное заявление Медведева. Мы убьем каждого, кто откажется стать россиянином. Это прямо было сделано. И, кстати, на всех уровнях было. Вот смотрите, это сказал Медведев, как второй человек в государстве. А потом вот этот Балицкий, или как его фамилия, который оккупантов, от имени оккупантов там в Запорожье. Да, я называю его Балицкий, тому що він Євген Балицький, але йому якраз притаманно, коли це разом звучить. Балицкий прямо рассказал, как это происходит. Прямо рассказал, да, говорит, конечно, каждого, кто против войны или против Путина на оккупированных территориях, мы депортируем, там мы то, мы все, все отбираем абсолютно. И говорит, и по сути он хотел сказать, и мы расстреливаем. Он хотел это сказать и не сказал. То есть он говорит, ну еще мы с ними делаем такое, что я сейчас говорить не буду. А це ж, бо це вони вже взагалі, ви бачите, той хвалить Гітлера, вбивають Навального, визнають тортури. Для них уже все, стерті всі просто межі. Вони вже пішли. Даже больше. Тут теж. От я уверен, що все-таки на Западі надіюсь, що це слышать. Тому що все, що ви перечислили, да, але я вам скажу далі, слідуючі кілька вещей, от які за останні два дні стоїло б услышать западним політикам, то, що з Росії. Перше, це слова депутата Государственной Думы Лугового, то есть народного избранника, его избрал русский народ, вот он представитель русского народа, что труп Навального надо стереть в порошок и слить в унитаз, как бы спустить, что нельзя допускать похорон никакого Навального, что жена Навального должна, теперь ее нужно поймать, посадить в тюрьму, она должна досиживать срок Навального. Вот это все прямо реальные тексты депутата Государственной Думы Российской Федерации. А сегодня я вам сказал, что две темы, да, в CNN – это Украина и Россия. Россия только в плане, конечно, Навального. Она там постоянно фигурирует. Вот вам, вот вам что говорит Государственная Дума. Ах, вам интересно не только Государственная Дума, но и правительство? Пожалуйста, вот вам Мария Захарова, это замминистра иностранных дел. Называет бывшего президента Монголии косорылым. Косорылый, говорит. Что это? К сарылам слова не давали. Написала, я не помню, замминистра иностранных дел России. Я думаю, что это надо разослать всем их партнерам. Китай, кто там еще у них? Не Шри-Ланка, у них там это, Мьянма. Я думаю, они будут, им будет интересно узнать, что они, оказывается, по мнению МИДа Российской Федерации, косорылые. Правильно? Потом, после чего выступил уже Рогозин, председатель Роскосмоса, с которым я бывший председатель Роскосмоса, но с которым Америка вовсю контактировала, работала, и с Роскосмосом даже продлили сейчас контракт. И он, значит, назвал обезьяной Остина, министра обороны США. Так что вот так примерно рассуждают в Российской Федерации, руководство Российской Федерации. Ну вот с этим государством что вы предлагаете? Переговоры провести? Боже, сбав. Они сейчас скажут, товарищи пиндосы, значит, приходите, приводите всех своих косорылых, мы с вами начнем разговаривать, скажет вам МИД этой самой Российской Федерации, или Федерации, как ее называют Песков. Да, Федерации, вот Визнов. Але да. Вы бачите, а что потом Рогозин выдалив це? Что случилось? Чего ж так? Ну, просто ему, ну, там же все, у всех роли розданы. Рогозин ждет же нового поста, понимаете? Ему же надо, он сидит без денег. Че? Он последнее, что украл, это ресторан в Донецке. Дальше его ранили в задницу, в пятницу, не помню, куда-то ранили. И в результате он безработный сейчас. Он, кстати, исхудал раза в три. Вы бы его не узнали, если бы встретили, не дай бог, на улице Донецка. Показывали его недавно по телевизору. Худой Рогозин. Ну, видимо, денег-то нет, кушать-то нечего. Да. Або, может, якось там что-то так поранили, что все одразу выходит. Да-да. Нет, там же наоборот, то место, где как бы он должен, наоборот, все должно накапливаться, в нем выходить, выход не найти, да, все зашили там. Нема чому, значит, да, накапливаться нема чому. Тому він находить, отак воно виходить, напевно, цими постами. Тож, добре, тут уже, але ви завжди праві, пане Михайле, що це ж дійсно, це говорять офіційні обличчя, ось ці всі погрози, ось ці всі образи, це ж не просто хтось з вулиці, це представники депутати, да, тому світ теж на це реагує і не може не реагувати, очевидно. Так обязательно, а дальше, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот смотрите, что произошло на прошлой неделе, такое прям значимое, по-моему, мы это еще не успели с вами обсудить. За неделю это было. Оно подряд такая серия слов, да, всего лишь слов, но все-таки. Байден говорит, помешанный сын, говорит про Путина. Он на основании чего это сказал? Он это сказал на основании интервью Путина Карлсону Такеру, не на основании чего-то больше.
Он же до этого 2 года это не говорил. Посмотрел интервью Путина Карлсону Такеру и объявил на весь мир. Байден, когда говорит что-то, эти слова, как говорит Медведев, в граните отливаются. Да, потому что это президент самой большой страны мира и самый сильный. Он говорит, значит так, президент России сумасшедший. Весь мир такие, а, да? Так он сумасшедший, оказывается, да? И вы знаете, когда он это сказал, я пошутил у себя в передаче, ну, вы знаете, у меня на канале выходит каждый день передача. Я пошутил, что, говорю, это Байден еще не слышал Медведева. Потому что Медведев, я процитировал там новое выступление Медведева. И что вы думаете, на следующий день не депутат, а член Еврокомиссии, не помню просто фамилию его, какой-то из министров Еврокомиссии, сказал, а Медведеву надо лечиться в психбольницу, надо его отправить. Понимаете, как бы, вот видите как, первый человек, значит, просто помешанный, второму надо лечиться в психбольнице, и это заявление президента США и члена Еврокомиссии. Вот такое сегодня соотношение в юридическом поле между Западом и Российской Федерацией. Вот что они должны сейчас садиться, обсуждать с россиянами их этот, помните, ультиматум, вы должны вернуться к границам 97-го года. С кем они будут обсуждать? С помешанным, с психбольницей и с фашистом, который Гитлера поддержит? Вот с кем? Немає з ким обговорювати. А відтак, як ви думаєте, пане Михайле, бо вже так багато різної конспірології, і джерела ГУЛАГу НЕТ та Владимира Осєчкіна повідомляють, що навряд чи була оця реалістичність обміну Навального на Красікова. Водночас представники фонду боротьби з корупцією Навального кажуть, що була, і Путін саме тому і прибрав, щоб не віддавати його живим, а потім вже, як його нема в живих Навального, то будь-кого можна було би поміняти за цього Красікова. Невзоров, журналіст, публіцист пан Олександр, каже, що теж навряд чи Путін би прибирав Навального, це було б йому невигідно перед ось таким обміном. І каже, що сама ідея взагалі того, що Путін вбив його через обмін, нібито дискредитує постать Навального як такого. Що ви бачите за цією всією історією? Для чого зараз це знову підіймається? Це як то, що ми починали. Ну, вже ж його не обміняють, а той факт, що його довели до смерті чи вбили прицільно, залишається одним. Кремлівський режим продовжує позбуватися конкурентів, опонентів і вже взагалі це не приховує. Есть такое выражение в русском языке, я просто не знаю, есть ли даже в украинском аналог, но вот оно в русском очень тонко и точно отражает вот эти суть этих разговоров. Это как мертвому припарке. Знаете, да, это как мертвому припарке. И согласитесь, что в данном случае это прям в буквальном смысле. Это как мертвому Навальному припарке все эти разговоры сейчас. О том, собирались его кого-то обменять, не собирались. Убили его утром 15-го или вечером 16-го. Ударом кулака в грудь, как говорят одни, или заморозили на улице, или просто он умер от всего, что в сумме накопилось. Какая вообще, вот что сейчас это поменяет? Вот вообще же ничего, просто ничего. Есть важные разговоры, действительно важные, о том, когда его будут хоронить, какого числа, как, где будет выставлено его тело, придут ли туда люди. Это важно для российского демократического процесса, ну какого-никакого, какой хотя бы там может существовать. А что произошло там, и собирались ли его накануне, за день до этого обменять, или на следующий, или не собирались, не проверишь, потому что это бы, если бы, да кабы, во рту выросли грибы. Да, еще да. Одна поговорка, которая уже переводится гораздо лучше. Вот, поэтому это совершенно не важно. Во всей этой, кстати, бутафории, когда просто как, ну всем же так интересно, это же как, надо же, какая интрига, да, прям целая теория заговора, надо же что-то говорить. Но иногда это бесит, честно говоря, когда это в нейтральной ситуации, так сказать, в ситуации, когда нечего делать, когда затишье на фронте, я сам вам могу рассказать кучу всяких конспирологических теорий просто, от нечего делать. Но когда есть горячие события вот в таком количестве, я имею в виду сейчас про дело Навального, естественно, не в целом, да, когда есть чем заняться, то непонятно, зачем разводить все это конспирологию, просто потому что она никому не нужна, и от нее нет никому пользы. Но во всем этом есть один момент, который, наверное, нам важен, кстати. И он, главное, что он проверяем. То есть его, если до сих пор не опровергли, значит, он правда. Дело в том, что когда вот этот фонд борьбы с коррупцией Навального заявил о том, что, ну, я помню, это Мария Певчих сказала, а может быть и нет, что собирались обменять, что буквально за день до обмена, и так далее, и так далее, что об этом ей сообщил Роман Абрамович. Да. Я вот теж, честно кажучи, замыслилася. О, и вот тут так, опа, стоп, а вот с этого момента поподробнее давайте. А он тогда кто, Роман Абрамович, в этой истории? И кто он тогда в нашей истории? Ну, потому что всякое у него не может быть там одно, а тут другое. У нас просто есть некоторые товарищи, которые утверждают, что надо же как-то... Абрамович нам помогает, прям помог спасти жизни украинцев, там очень помогал нам на переговорах.
И как бы забывают, что он вообще-то представитель преступного путинского режима. Ну, потому что он что, помогать Навальному решил, мертвому? Это он типа, он с чьей стороны свидетель? Он свидетель со стороны жениха или невесты Абрамовича? Ну, раз Абрамович сообщил это Марии Певчих, наверное, он не от имени правительства Германии это сообщил. Ну, потому что там были две стороны. Путин и правительство Германии в таком обмене. Больше никого не фигурировало, правильно? Сторон две штуки. Путин, правительство Германии. Ну, была сделка, не была, неважно. Факт, что если бы она была, то сторон могло бы быть две. И Абрамович точно не мог выступать в качестве представителя правительства Германии и сообщать Марии Певчих от имени правительства Германии, что да, мы согласились вот там отпустить российского убийцу. Нет, конечно. Конечно, он выступал от имени Путина. Ну, так если этот человек прямо выступает от имени Путина, почему еще не везде есть на него санкции? Вы знаете, не везде. В Америке там каких-то санкций на него не ввели, еще чего-то такое. Потому что он, видите ли, помогает. Вот он помогает так, что он прям занимается от имени Путина личной судьбой Навального, от имени Путина. И этот человек прямо не часть путинского режима, прямо вот не на 1001%. Ну, странно же про это слышать, да, в этот момент. Дуже дивно, та, і питань виникає багато. Які те питання, які ви теж порушили про те, що буде на самому похованні? Ну, ми, звісно, не можемо ми не ванги спрогнозувати, але тим не менше, чи буде це все-таки відкрито, чи заплутають сліди, бо вже подейкують російські телеграм-канали, що на деяких кладовищах, які називалися як потенційні, як місце поховання Олексія Навального, посилені заходи безпеки, але кажуть, що ми вже таке бачили з Пригожиним, а зрештою його поховали так, що там було три людини, чи дружини, чи коханки, нічого не зрозуміло, і ніхто про це толком не знав, що кажуть, що тут теж можуть отак заплутати, і це, мовляв, могла бути одна із вимог кремлівського режиму, чи все-таки це буде відкрито, і зберуться люди, і чи піде Кремль на такий крок, що якщо що, будуть пакувати просто таки на кладовище, якщо їм не сподобається настрій і меседжі цих людей. Вы знаете, я, когда там начались вот такие тоже новости, действительно много вокруг этого конспирологии, то я подумал, а вдруг действительно там смогли они уговорить или заставить мать Навального подписаться под эти тайные похороны и так далее. Но все это было опровергнуто сообщением, опять-таки, Фонда борьбы с коррупцией, что они выбирают, ищут помещение для прощания с Навальным. То есть первое, что мы из этого узнаем, что колонный зал Дома Союзов не дали им, потому что он будет занят трупом этого судьи Верховного, как это, председателя Верховного Суда Российской Федерации. Вы знаете, что умер позавчера председатель Верховного Суда Российской Федерации, который стал председателем Верховного Суда Российской Федерации в тот момент, когда еще не было Российской Федерации. То есть вот России 33 года, а этот человек был председателем Верховного ее суда 35 лет. Парадокс, но вот тем не менее. Потому что он был еще в РСФСР, да, этим самым председателем Верховного Суда. И вот он умер. Его тело, кстати, видимо, выдают. Видимо, решили не измельчать и не спускать в унитаз. И его вдову, видимо, не сажают в тюрьму. Там, а не в тюрьму, а на пост. Ну, раз уже так, на пост председателя Верховного Суда досиживать его очередной там срок. Это же избираемая должность. Ну, видимо, нет. Видимо, будут хоронить. И занят колонный зал Дома Союзов, поэтому приходится искать другое помещение для прощания с Навальным. И вот здесь, конечно, ну, во-первых, они не дадут помещения. Слушайте, они не дают помещения даже для какого-нибудь там жалкого собрания, какой-нибудь там Екатерины Дунцовой, да, если вы помните. Вот там были проблемы с помещением для собрания, где 600 человек собраться. Ну, конечно, в Москве, которой руководит военный преступник Собянин, ну, конечно, они, я думаю, не позволят ни одному помещению быть таковым. Поэтому это будет какая-нибудь частная квартира, условно говоря. И вот вопрос у меня, почему этот вопрос, в смысле, у меня нет на него ответа, это такой индикатор. Мне кажется, это будет важным индикатором, сколько людей придет проститься с Алексеем Навальным. Это будет индикатор того, насколько вообще нам дальше имеет смысл что-то говорить о существовании в России оппозиции, о существовании в России людей, которые не боятся хотя бы прийти на похороны. Понимаете? Хотя бы прийти на похороны. Ведь там может быть по-разному. Может прийти 100 человек, а может 10 тысяч. А может быть 100 тысяч, а может быть миллион. Я вот не знаю. Это большой вопрос, сколько придет на это прощание. Где бы оно ни происходило. Сами похороны оставьте. Там действительно оцепят все кладбища и так далее. Ведь главное вот в русской же традиции – это церемония прощания, да, когда там выстраивается очередь к гробу, чтобы пройти мимо гроба просто. Да? И такое бывало там даже в самые застойно-отстойные времена. Там, не знаю, с Владимиром Высоцким, я знаю, выстраивалась огромная очередь к театру, по-моему, где он. Я не помню, честно говоря, где это было. Я был маленький. Мне потом фотографии показывали и рассказывали. Вот. И вот это будет такое событие,
который может стать индикатором того, что происходит внутри головы у россиян там. Ну, у россиян, у москвичей, скорее всего. Ведь Москва же вроде как должна быть типа как самая прогрессивная, хотя я в этом не уверен. О, так, я вже теж ні в чому не впевнена і в їхніх протестних і реалістичних настроях також. Але ми будемо стежити. Цей тиждень нам очевидно, що покаже якраз цю динаміку і ці імпульси. І наступного понеділка й обговоримо з вами, пане Михайле, ці не лише теми, всі у нас динаміці, всі продовжимо з вами відстежувати, за що вам дуже дякую насамперед, за вашу роботу, за вашу позицію, за ваш час. Тож до наступного тижня, дуже дякую, до побачення. Спасибо, Ірина, до свидання. Михайло Шетельман, політехнолог, була з ним я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую, що ви до нас щотижня приходите, слухаєте, обираєте, довіряєте. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube пана Михайла. Це дуже нам важливо, дуже легко його знайти. Він це є в описі під нашим відео, активне посилання. Та й в YouTube Шетельман знаходити, дивитися щовечора там монострімити. Ви можете поставити свої власні питання напряму пану Михайлу. І на YouTube 24 підписуйтесь, це теж допоможе нашій роботі. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось.